Всем привет, друзья, с вами снова я, Dragon003, и сегодня мы будем играть снова в Roblox на карте... Я даже не знаю, как она называется, но тут нужно, в общем, строить свою базу и... Ну и убивать всех. Так, а чё... А, у меня точно... Может, собрать сначала деньги надо? Или что, как-то работает? Как это работает? Алло. Я не понимаю, как это работает. Может, это не моя? Серьезно? Надо было просто пройти через ворота. Тупо столько времени потратил. Офигеть. Ладно, допустим. Ничего себе, тут прям сразу можно копить на какие-то определенные дропперы. Прикольно. Вот бы так на каждой было. Так, ну-ка, чё? Где собираются деньги все? Что-то непонятно. Ну, и следующим, наверное, если это последний будет, то самый крутой куплю. Апгрейдер. Ничего себе, тут однако обои. Это статуя или просто стенка? Нет, это не стенка. Возможно, на некоторые можно будет и залезть. Не знаю, чем я занимаюсь, но... Знаете, это очень важно. Это очень важная информация, мне нужно знать. Где я стою вообще? Я на коленке стою? О, о. Супер. Так. Ничего мне тут так вот лагает периодически. Ладно, пойду посмотрю, сколько у меня там уже денежек накопилось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. 1755. Нам нужно 10 000, 5 000 для усилителя. Это что, все персонажи с канала Cartoon Network? Вон, Юные Титаны, Бен Тен, Время Приключений, Черепашки-ниндзя, Удивительный мир Гамбола. Мир какой-то, блин. Cartoon Network. А чё так лагать ничего?
А он так немедленно, немедленно деньги купятся, довольно-таки быстро. Стоп, а где все же отображаются деньги-то эти? Ну-ка, сейчас хватит мне на усилитель. Ладно, пока все же включи. Вот это вот все. Что такое? Стоп, а это что такое? Так, что-то тут материалы какие-то. Вот не пойму, для чего это. Ну, раз купили, уже не выкупить назад денежки-то. Освещение. Господи, зачем я его купил? Тут уже лампы без потолков. В воздухе висят. На потолке. Так, что я могу еще купить тут? Где тут было? Кстати, я вот не заметил то, что я еще яйца могу купить. И здесь оно будет вот так вот работать периодически. Да, смотрите-ка. Нехило так-то работает уже. Я могу купить ковер-самолет за 7000. Разве такое вообще должно быть? В общем, у меня накопилось на все, что я хотел, но тут чувак один на мою базу, блин, залез и начал меня расстреливать. Вот и я потратил деньги на защиту, чтобы никто не мешал. Особенно мои видеосъемки. Конвейер. Ой, вот этот вот заработал тоже. Который я недавно купил. Конвейер. Ничего себе, уже, блин, как быстро начали деньги-то сыпаться. Я все же, наверное, накоплю на ковер самолет или что это такое.
То, что деньги-то это да, немало. Стоп. Могу я тут помимо купить? О. Опа. Стены. Еще конвейер вроде. Осталось немного и... Стоп, а что у нас еще есть? Балдробер, дробер, апгрейд. Много чего еще осталось. Но сначала я хочу проверить, что вот это вот такое за штука. Только... А, это оружие. Ну, не оружие, а транспорт, в общем. И... Я не понял, как это работает? Лучше уж не пытаться что-то делать. Лучше уж просто смириться и умереть. Потому что убираться, чувствую, я оттуда долго пришлось бы выбираться мне. Так, сколько у меня тут копилось? Я все же не понял, как пользоваться самокатом. Или что это такое? Да вы издеваетесь. Как это работает? Я под спавном нахожусь. Братан, выбирайся. Этот самокат это полное зло. Зря я его купил за 7000, тем более. Этот самокат – это полное зло. Так, что у нас еще есть? Это кнопка, чтобы открывать и закрывать ворота. Понятно. Так. О, сейчас буду сыпать денежки. Еще больше. Еще один трейдер. Я думаю, то, что на дроппер надо накопить сейчас. Вот это, однако, у меня посыпало. Мягко говоря, нехило. Я офигею, если шарики будут выдавать. Вот этот дроппер. А не. Не выдает он шарики. Гаденыш. Не пытайся снова зайти ко мне. Да, вот этот вот пацан пытался. Точнее, не пытался, он меня убивал несколько раз. Больше я его не пущу. Еще один апгрейдер.
Так, что у нас еще осталось такого незадействованного? Вот это вот. Рискнем еще одну. Так, а можно как-нибудь проверить, что это за самокат? Стоп, а это не мой друг? Я офигел бы. Да, это мой друг. Друзья, хуй. Если он мой подписчик, то передаю ему привет. Так. Самокат я отложу пока. Потом, может, когда-нибудь я разберу, что это за самокат. 34 тысячи. Так, теперь... Я знаю, что сейчас будет по-любому. Я думал, будет то же самое, что и с первым транспортом. Меня выкинет. Тот транспорт полезен, когда тебе спрятаться надо или сбежать от кого-то. В принципе, он для того, может, и нужен. Так, стены... Никто сюда не залезет. Зачем мне сейчас стены? Это что? А, это набор. Костюмчики. Стоп, ты за... А, я могу выбрать костюмы себе. Мне такой пойдет. Прикольно. Ничего не скажешь. И сейчас 40 тысяч. Почти угадал. Почти угадал. Так. Ковер-самолет. Вот этого я ждал. Если это тот самый, на котором можно вот так вот брать и рассекать. Это ты? Что это он как бы заземляется? Кстати, а что будет, если сделать такой вот типа джойстика, чтобы он не мешался работать? Я не понимаю, что
Что за проблема с транспортом в этой игре? Тут даже ковер-самолет не работает. Это меня огорчает. Ну, ладно. От оружия тут по-любому не подойдет. Оружие, да. Звук прикольный. Ну, теперь, если кто и как-нибудь заберется, кто-то, то пощады не будет. Всем раздаю. А я первым нажатием беру его. Вообще прикольно. Где тут кто? Всем дам. Усэм дам. Вот как назло, когда я без оружия. Все на меня. Когда я с оружием, никто даже близко не подходит. Слушайте, а мне кажется, я быстрее бегу с этим оружием. Да, я быстрее бегу. Ладно, все же без оружия буду бегать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Так. По-любому то же самое будет. Так, один меч. Да? Что это за доска? Как это работает? Может, она по воде как-то рассекает? То я огорчусь, то что доска бесполезная. Не хочет никак. Как всегда, 50 000 пустую. Ну, это ж ради интереса. Проверить, стоит ли оно того или нет. А то какой я без этого ютубер-то? Так, это беру. Что еще можно купить там? О. А я и не заметил, что тут. На этом, пожалуй, и закончим. Всем до встречи и пока.